От небольших сувениров до огромных кованых беседок. В Энгельсской колонии номер 13 прошла выставка товаров, сделанных в исправительных учреждениях области. Ознакомиться с ассортиментом приехали городские чиновники. Они рассказали, что заинтересованы в сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний. В стенах колонии производят самую разную продукцию, которую можно использовать для благоустройства территорий. Это заграждения, скамейки, урны, цветочницы, фонари, спортивные игровые комплексы и многое другое. И этой зимой осужденные освоили новое производство – изготовление топиариев. Такие ярко-зеленые фигуры можно увидеть во многих парковых зонах региона. Изделие очень уникальное, своеобразное. И хочется подчеркнуть в том, что не имея, как говорится, вот таких на сегодняшний момент современных нанотехнологий, это прежде всего компьютера, 3D, всяких вот этих составных элементов, и мы продемонстрировали уникальную возможность, особенно 13-й колонии, вот первые экземпляры стоят, что они абсолютно не отличаются от ведущих производителей, которые на сегодняшний момент на рынке представлены. В общей сложности в стенах исправительных учреждений области выпускают более 150 видов продукции. Это изделия из металла, дерева, пластмассы, одежды и обувь. Как рассказали в Энгельсской колонии особого режима, в цехах постоянно обновляется и оборудование. Буквально недавно появились новые фрезерно-гравюрные станки. С их помощью осужденные изготавливают различные сувениры, в том числе и по спецзаказу. Цена ниже, чем на рынках, как его в те же магазины. Но вы сейчас даже могли увидеть, на многих экспозициях стоят цены. Вот. Если сравнивать с рыночными, они порядок ниже. И, а качество оно не уступает. А только еще даже в некоторых позициях выше, чем возьмете. Во-первых, само изготовление, вот, раз. Во-вторых, материал. Вот, мы работаем только с поставщиками, которые проверены.